деньги – это, конечно, понятие довольно философское, но, тем не менее, они решают в наше время, решают многое. Грубо говоря, это тот же бартер, только на новый лад. Это бумажки, но без которых мы, к сожалению, сейчас далеко никуда не уйдем. Ну, деньги иногда грязь, иногда свобода, смотря как вас смотреть. Инструмент для решения каких-то тактических задач, которые каждый для себя ставит в жизни. Деньги? Это зло, на самом деле. Кому-то может показаться странным, что до сих пор в экономике не существует единого общепринятого определения денег. Но пока финансисты спорят между собой, деньги продолжают проходить удивительную эволюцию. Первыми официальными деньгами древних племен были птичьи перья и морские ракушки. В разное время, в разных культурах в качестве денег использовались табак, рис, чай, соль. Сегодня в мире насчитывается 191 валюта. И все большее влияние приобретают электронные деньги. На самом деле, как гласит старинная поговорка, денег много никогда не бывает. А, возможно, хотел бы. Да, хотел бы. Нет, мне достаточно. Безусловно, конечно. Я думаю, что все хотели бы иметь побольше денег. Ну, больше денег. Это... Я бы не хотел. Я лучше буду работать на свою зарплату, но спокойно спать. Деньги по-разному приходят к людям. Так, так и так. Почему? Относясь пренебрежительно к деньгам и считая, что деньги зло, вы никогда не будете иметь их в достатке. Вы всегда имеете то количество денег, каким способны управлять. Если мы мыслим, как все, мыслим теми категориями, теми установками и теми представлениями, что есть у всех, значит, мы будем как все. Как мыслит предприниматель? Он прекрасно понимает, что деньги должны начать приносить ему деньги. Неважно, в каком виде деятельности, но это при умножении денег. Это кажется очень просто, но на самом деле... Если вы будете говорить с огромным большинством людей, они просто себе это не мыслят. Более того, они даже будут считать, что это нечто плохое заниматься предпринимательской деятельностью. И отправной точкой является прежде всего, я думаю, это вот как бы другой подход к деньгам. Многим известны люди, которые работают, не покладая рук, но при этом деньги их словно обходят стороной. Причина подобного положения дел кроется в убеждениях, которые находятся в сознании человека. Вот самые типичные из них. Деньги достаются только тяжелым трудом. Если вы так думаете, то всегда будете выполнять тяжелую работу и получать за нее копеечную плату. Деньги портят человека. Распространенное убеждение. Но в большинстве своем богатые люди интересны и умны. В них гораздо меньше озлобленности, чем у тех, кто постоянно испытывает денежные проблемы. Деньги не портят человека, а раскрывают его суть. Кто-то утверждает: не жили богато, нечего и начинать. Однако жизнь показывает, что большинство самых финансово успешных людей вышли из небогатых семей. Можно всю жизнь страдать от недостатка денег из-за своих установок, а можно заменить их в своем сознании на противоположные. Например, я здоровый, богатый и успешный человек. Деньги приходят ко мне честным путем. Я притягиваю деньги, приумножаю их и умно распоряжаюсь ими. Начните вкладывать время и деньги в саморазвитие, увеличивая тем самым свою профессиональную и рыночную стоимость.
Задумайтесь, почему практически во всех странах мира в школах отсутствуют предметы, связанные с финансовым образованием и получением элементарных финансовых знаний? Дело в том, что до сегодняшнего времени огромные деньги зарабатываются на финансовой неграмотности людей. Финансовое образование кто будет давать в школе? Никто не будет давать. А почему? Чтобы наши дети, как говорится, ну, как выразиться здесь, даже не умели как бы обращаться с этим. По-прежнему в большинстве своем образовательные системы готовят людей к работе на кого-то, а не для того, чтобы быть финансово успешными. Многие люди не раз отмечали, что кто-то из их одноклассников, отнюдь не блиставший знаниями в школе, достигал значительных финансовых результатов, в то время как школьные отличники в жизни никак себя не смогли проявить. Как показывает практика, академические знания и прилежность здесь ни при чем. Я работала в военно-промышленном комплексе, там и защищала диссертацию и так далее. Вот, там были достойные люди, но никто не выбился, даже в средний класс, не говоря уже, так сказать, о богатых людях. Всех нас воспитывали, всем нанушали, родители, окружение, учителя. Ребята, учитесь, учитесь, получайте образование. И затем вы должны стать классным специалистом, вы должны работать в какой-нибудь совершенно замечательной фирме, вы должны иметь там великолепную зарплату. И нас учили родители, как распоряжаться с этими деньгами, как планировать, чтобы денег хватало, выполнить все там запросы в течение месяца, чтобы там немножко осталось, еще положить на сберкнижку. Ну вот все это мы все слышали. И совершенно иначе мысли предприниматели. Не то, как какую-то сумму получить от кого-то и как ее удачно потратить, а научиться приумножать деньги. Вы думаете, что это вы находите деньги? На самом деле деньги находят вас. Деньги ищут людей, способных их приумножить. Человечество вступило в новую информационную эру. И старые модели обращения с деньгами перестали быть эффективными. Влияние интернета на экономику продолжает усиливаться. Мы живем в такое удивительное время, очень больших перемен. Жизнь стремительно меняется. И то, что раньше нам приносило удовлетворение как в моральном, так и в материальном плане, сейчас оно совершенно уже неприемлемо. Если вы зациклены на том, что привлекало вас раньше, навряд ли денежные потоки придут к вам сейчас, если вы будете продолжать мыслить стереотипами того времени. Немножко оглянитесь вокруг и посмотрите, как сейчас сказочно изменяется жизнь. Попробуйте думать и мыслить по-другому. Попробуйте на самом деле определиться со своей мечтой и идти уже за ней в будущем. В информационном веке деньги создаются и приумножаются благодаря знаниям. Сегодня можно стартовать в бизнесе и успешно его развивать, не имея начального капитала. А вы хотели бы иметь больше денег? Да, я люблю путешествовать, повидать другие страны, ну, разнообразить свой кругозор, мир. Но это для этого нужно тоже деньги. Сколько можно заработать вот так? Немного, наверное? Нет. Притом надо работать каждый день. Мы работаем очень много, не считаемся со временем, перерабатываем часы. Бывает так, вот сейчас у нас идет кинотавр, кстати, мы сутки спим, только 4 часа. И у нас месяц получается 15 тысяч. Это очень мало. Если не изменить свое отношение к деньгам и не начать мыслить по-новому, вы будете жить все хуже и хуже. Или вам придется научиться ловить рыбу в финансовом море, или вы останетесь просто наживкой, то есть человеком, на котором наживаются. Если вы думаете, с чего начать, прислушайтесь к советам людей, достигших финансовых вершин. Например, к Роберту Киосаки и Дональду Трампу. Они рекомендуют обратить внимание на индустрию сетевого маркетинга,
чьи возможности, благодаря интернет, стали невероятно привлекательны. Миллионы людей в России и в мире благодаря этой индустрии получают бесценный предпринимательский опыт и создают для себя финансовую безопасность. Вот неоспоримые плюсы, которые существуют в этом виде предпринимательства. Отсутствие финансовых рисков. Благоприятная среда для развития. Книги, компакт-диски, фильмы, обучающие мероприятия. Практика непосредственного общения с финансово успешными людьми. Я думаю, что самое большое, что всех смущает, это, конечно, незнание. Незнание законов. Законов успеха. Я вам скажу так, что законов на самом деле немного. И законы очень простые. Они простые, может быть, так же, как зубы почистить. Просто другое дело, что нужно чистить и чистить зубы. И нужно применять и применять эти законы. И что очень важно, конечно, если вы будете много читать, много слушать, много смотреть, этого мало. Вам обязательно нужна будет практика. А вот по пути практики обязательно, чтобы вас повели люди какие-то, то есть менторы, которые бы вас вели не в смысле том, чтобы где-то не упадете, вам соломку постелят, а в том смысле, чтобы они вас именно вели, чтобы у вас не пропадал вот этот вот запал, энтузиазм идти к победе. Вот это простые вещи, которые я вам сказал. Если вы их примете к сердцу, это начнет работать с вами. Вы будете богатыми, у вас будет много денег. Чтобы быть финансово успешным, перестаньте проводить время с неудачниками. Человек заражается мыслями тех, с кем он общается. Не верите? Проведите неделю рядом с бездомными людьми. Но тот же принцип действует, если вы общаетесь с людьми успешными. Вы все больше и больше становитесь похожи на тех, с кем проводите время. Умные люди говорят: деньги – хорошие слуги, но плохие господа. Только деньги не делают человека счастливым. Но они помогают понять, насколько важно в жизни то, чего нельзя купить за деньги. В своем бизнесе я считаю, что деньги – это эквивалент моих, я бы сказала, усилий, моего творчества, моих вложенных эмоций, стараний, физических даже каких-то усилий. И эквивалент полезности моей деятельности вообще для общества. Может быть, это немножко громко звучит, но это мое отношение к деньгам. Эквивалент. И чем больше я полезна, тем больше я зарабатываю денег. Отношение другое. Финансовый успех определяется количеством людей, доверяющих вам и готовых сотрудничать с вами. А вы хотели бы иметь дополнительные финансовые знания о том, как можно зарабатывать деньги? Можно, не помешало бы, конечно. Пригодилось бы. Да, надо учиться. А вы готовы были бы потратить деньги, если бы вам пришла какая-то сумма, да, часть этих денег на свое финансовое образование, на знание о том, как зарабатывать? Да, вот это да. Правда, не мои годы, я уже, как говорится, прожила жизнь, но я бы как бы это все вложила бы детям, чтобы они продолжили. Вот, чтобы не было такого, чтобы кто-то зависел от другого, чтобы они сами умели зарабатывать себе деньги и помогать другим. Потенциал каждого человека огромен. Но большинство людей не раскрывает его. Это все равно, что использовать современный дорогостоящий компьютер только в качестве калькулятора. Человеческий мозг несопоставимо превышает возможности любого компьютера. Насколько вы используете его? Ну вот, наверное, суммируя все вышесказанное, мне бы хотелось еще раз подчеркнуть. Быть богатым и успешным очень просто. На самом деле это доступно для каждого. Очень важно, что вы в это будете верить, в свой собственный успех, что это ваше завтрашнее, и вы к этому будете стремиться. И вы начнете думать над этим как можно чаще.
А я бы сказал, важно, чтобы вы стали постоянно об этом думать.